People, приветствую вас. Смотрите, как я сегодня траву покосил. А? Нравится? Сейчас вам покажу мощь природы. Хотел завести дрыканку бензиновую. Тут еще покосить там, где осталось. Тут-то я кашу такой, электрической. А вот всякие такие места бензинку завожу. Вот там тоже не покосил. Там бензиновая кашу. Вот эти, какая мощь. Вот. Гроза сейчас будет у нас. А может, не будет. Вот стою и думаю, заводить бензинку, не заводить. О, хочет. Вот эти яблоко. Нет, идет прямо на нас. Хотя, может, стороной пройти. Мощь природы. Не пойму, то ли ливанет, то ли нет. Строит даже немножко позагорал. Солнышко было хорошо. Так, ну что там с нашим газоном? Потихонечку растет. Вот эта вот травка, вот это вот. Это есть газонная трава. А это не газонная. Это вылезло просто так. Ну вот такая земля сырая у нас. Дожди каждый день идут. Черт, там вон светло. Там прям небо чистое. Боевые действия. Тут мне еще осталось косить. Тут я каталка не делаю, потому что неудобно. Там участок неровный, поэтому я только бензиновой косой. Видите, как быстро облака двигаются. Пойдемте на балкон. Сейчас оттуда поснимаю. С балкона. Ну вот, пока я поднимался, подлился еще чайку по пути. И пошел дождик. Сейчас уже не придет. А там для вас выставляет видео. Так что бегите, смотрите. А, не забудьте подписаться. Колокольчики. Ставьте лайки, дизлайки, комментарии пишите. Я люблю читать комментарии. О, какой пошел. Офигеть. Дождик лей. На меня и на друзей. Все высохло. Футболочка моя.
Танишка, парадная. А чё? Чё тут у себя? Данина маленькая. Протирать что ли надо? Ко мне Женя пришла, тоже чай гоняет. Я вот стою и думаю, вот куда голову не повернешь, ну, на небо, в данном случае. Смотри, как все красиво. Да? Ведь не бывает страшных облаков. Они все красивые. Смотри, как все, да? Все грозовые облака называются. Страшные, но они все равно красивые. Природа, ничего нет. Природа страшного, все красиво. Куда ни кинь. Вот дерево. Красивое? Красивое. Знаете, какая елочка сама растет по себе. Красивая? Красивая. Ну, вот столб стоит. Ну, так себе. Тоже вроде красивый. На столб природа? Ну, я и говорю. Рукотворная. Мне облака вообще нравятся. Там, смотри, видишь, голубое, кажется, ну, по свету. Классно? Небо голубое. Ну что, выставил видос? Я уже сказал, чтобы они бежали смотреть все. Бегите, бегите. А выйдет это видео уже поздно будет. Так будет другое. Что, теперь как тебе траву косить? Да, когда ее нету, как ее косить? Ну, там еще полно, вон там нет, не вот тут вот нету. Тут. Но она начала расти, видишь? Ну. Да ты видишь, а я уже все видел. Я тоже видел. Мы тут уже не первый день. Вот что-то наша таблетка стала не красной с белыми пятнами, а черной с белыми пятнами. Пятна остались, краска слезла, смешно. Так пятна тоже были покрашены. Че, пятна белые? Да. Они так и остались. А красная слезла. Так белая тоже покрашена. Что белая покрашена? Было покрашено красным и белым. Кто? Вот это черное ведро. Где белым? Пятна белые? Да. Ну так они же остались. Остались. Но я говорю, белая краска что-то не слезла, а красная плохая слезла. Да. Ведро-то черное просто было. Угу. Бабушка его покрасила в красный и вот белые круги. Белая краска мало слезла, красная очень сильно. Почему? Не знаю, я говорю, странно. Кстати, вот тут тоже, видишь, я вот красил. Тут все уже почти пооблазило. Ну, потому что нужно козырек тогда, чтобы не облазило. Это краска была старая. Так, ну что, все, погремело чуть и готово. Намочил он тут траву. Собрали ягоду. Ну, да, подожди, короче, ты... Немного. Ну, там еще много осталось, но уже там дождливая погода, не стала собирать. Да, что там, я не знаю, что там получилось. Почему-то. Не знаю. А ты думаешь? Слушай, ну не знаю, я могу фотку отправить, сейчас сфоткать. А, подожди, тут еще вот капает, вот потолка. Сейчас туда перешел, вот, ну, к матрушечку, туда дальше, в часть вот эту. И вот тоже с потолка капает. И вот эта часть, которая, ну, где щиток стоит. Вот здесь вот что-то как-то. Не ахнул. Не, тут нормально. По центру где-то ошибется. Ну, где светильник висит, вот этот, по центру уже. Прям. Давай, прежде посмотрим.
8, нормально, подъезжай, конечно. Ага, все, давай, на связи. Короче, звонили строителям, потому что у нас протекает вот тут потолок. А я сегодня весь день слышу какой-то стук. Я уже сюда выходила, но здесь-то в этой пристройке нет. Она вот тут вот, в этой маленькой комнатке капает. Ну, Сережа говорит, наверное, это там желоб какой-то, ну, по крыше стучит что-нибудь. Говорит, ничего не капает. Оказалось, что нет, капает. Сейчас пойдем на крышу посмотрим. А ты знаешь, я думаю, понимаю я. Вот сюда смотри, Сереж. Что? Вот сюда смотри. Вот видишь, вот эта волна. Может, туда вода натекла, когда много текло. Я вижу ком. Но может, больше натекло и туда попало. Тут герметик он сделал. Что за бред? Здесь спиди пёс, но туда намного. Бля, с крыши все нормально. Я думала, может, бойлер капает, может, кран капает. Потому что я говорю, я там стою, я слышу кап-кап, кап-кап. Ну, кстати, мы повесили занавески, чуть доделали их. Они теперь у нас нормального размера. Вот, в общем, капало целый день. Я говорю, ну, как целый день? Вот с обеда я точно слышала. Я еще вот подойду туда, готовила, и там прям капает. Ну, мне кажется, прям как будто там капает. Ну, на бойлере я смотрела, а мне прям казалось в углу, как бойлер. Думаю, может, от бойлера капает. Мало ли там. Там пароизоляция, она не пропускает воду. Так я и говорю, я вообще не пойму. Раз скатиться и все. Я не понимаю, как это могло произойти, но я говорю, это очень странно. Очень все странно. И так дыр никаких нету. Пускай он смотрит, я не знаю, что. Но это явно не наш косяк. А как это может быть наш косяк? Дожди пошли, крыша течет. Причем тут мы вообще? Вот вообще ни при чем. Мы на крышу не вылазили, ничего себе не делали. Вот так бы мы уехали, а у нас бы тут бы капало. Кстати, интересно, а может быть так и было? Мы же уже уезжали, когда дождь-то был 3 дня. Просто когда ливень вчера шел, я не знаю, мне тоже казалось, что это капает. Но видишь, она же в маленькой пристройке. Подожди, а от бабушки, может, это в стену бабушки что-то подать? Может, это ДВП-листы пропуск? Там еще лежат эти пленка. Может, это как-то стена мочится, туда попадает в стену. И после того, как в стену попадает, уже течет туда, ну, как бы на потолок. Потому что я не помню, они же там положили какую-то пленку, изоляцию. Но тут вроде и склон большой такой, оно не так уж и мочится. Там пленка он заспал. Ну так я говорю, как через пленку-то? Ничего не пойму. Я не понимаю просто, как оно так может. Снизу оно тоже не лилось туда явно. То, что с двери это все стекает просто. Где вода-то основная, я не пойму. А с потолка, вот видишь, в этом месте тоже текло. Ну а что завтра посмотрим, он что не увидит? Что, он увидит сухой потолок? Нет, ну капает здесь явно, что вот тут, тут-то пол где сухой. Ну, вот в этой части капало. Надо лить на крышу и смотреть, что ли. Вот, кстати, видишь, капли разлетались, мне кажется. Такой на полу, вот смотри, капли такие. Вот тут вот следы от капель. Вот тоже. Вот именно. Они сейчас высохнут, будут вот такие. Вот, видишь, след от капель. Угу. Вот они, следы от капель. Мы же сюда не заходили. Вот сейчас эти высохнут, будут такие же. Вот туда встанет, там хорошо видны следы от капель.
Вот в этом месте и вот в этом месте. В двух местах. Либо перекрытие плохое, либо что, ну там вроде пленка. А пленка вообще защищает от этого? Пленка нам не водонепроницаема. Должна стекать с нее. Тогда я вообще не понимаю. Ну вон даже вот. Сейчас дождя нету. Вон сколько накапало. Даже ведро. Это уже то, что стекло. Сколько-то вытер. Ничего не понятно. Вот, видишь, где капля? Вот она. Да. Ну, это, наверное, если не вскрывать и не знать будешь, что там. Так оно нормально выглядит. Странно, конечно. Дождь, если будет идти, конечно, будет видно. Ну, вот он каплю, нам тут накапали, вот тут. Вот опять капало откуда-то. Ну, отсюда как она стекает, я не пойму. То есть, он то, как-то там или как? Не по деревяшке же. Нет, понимаешь, меня удивляет, а как вот тут стекает? Это же не так, что сюда, здесь нет подтеков, потом туда. Это получается вот с этой щели. Во, а вон, кстати, вон вода, посмотри сюда. Вот, нет, здесь, вот, видишь, вода из щели. Получается оттуда, а как оттуда? Там утеплитель лежит, утеплитель, да, что, промок весь нахрен? Да, походу, воды первую кучу. Короче, я не знаю, что это какой-то бред, но и как через дверь может вода проходить? Значит, это оно в утеплителе там, в стене прям. Конечно, надо скрушу снимать, сдергивать все снимать, смотреть, что там. Надо хотя бы сдернуть хоть какую-то одну планку, посмотреть, что с утеплителем. Здесь надо снимать крышу с неполностью. Конечно, я не знаю, но надо снимать, смотреть, это бред какой-то. Вот тут все нормально же. Тут ничего не капало. Не знаю, короче, не разберемся ничего мы. Интересно, стена тут мокрая. Почувствуешь, решка не пропустит воду. Нужно снимать крышу, все скрывать. Помыла ягоды. Наши вот эти. Сейчас покушаю. Вкусно?